Доброе утро, уважаемые друзья. Погода в Ялте. На небе не облачко, поэтому мы едем в Севастополь. Вы знаете, в Севастополе так же тепло, как и в Ялте. Ехать сюда на автобусе обычном рейсовом почти 2 часа. Цена вопроса почти 320 рублей. Первое, что хочу сказать, тут прям чувствуется безопасность. Проверяют на автовокзале автобусы, там этим зеркалом смотрим. Туда не ходи, сюда не ходи. Так, к чему мы сюда приехали? Мы будем смотреть вечерний Севастополь. Опять же, в формате было-стало, как и Ялту. Сейчас я намечу точки, поснимаю днем, а вот потом буду подставлять. И будем сравнивать, как оно было сейчас днем, а потом вечером. Поверьте, Севастополь очень красивый город сам по себе, и он украшен тоже очень даже недурственно. Давайте немножко поснимаю днем, тут даже днем интересно. А потом уже будем ночью тут же по второму кругу пойдем. Это площадь Нахимова и памятник Нахимову. Самое центральное место в городе. И здесь, естественно, самая красота. И каждая елочка горит. Я что-то ни разу не был на Новый год. Вот вместе с вами и посмотрим, как это будет ночью. И вот такое. В общем, одни медведи, хотя год кролика, но не важно. Вот такая красота. Новогодняя севастопольская ярмарка. Да тут и днем даже очень приятно. Севастополь, Севастополь. Эх, жалко, петь не умею, так бы спел. Без комментариев. Вот и потемнело в Севастополе и похолодало. Было, наверное, плюс 10, а сейчас, ну, градуса 3-2, не больше. Пойдемте смотреть на елочку и все остальное. Это была площадь Ушакова. Улица Большая Морская. Свадебный салон. Белое платье. Но белое у всех. А вот красное не у всех. И скидка до 50%. Не пошли мы по Большой Москве, пойдем по улице Ленина. Тут тоже красивые дома. Но темно, плохо видно. Это кинотеатр «Украина». Это первый кинотеатр, который появился в Севастополе. Это глициния. Гляньте на ее ствол. Как косичка. Словно кто-то специально, наверное, взял и запутал, чтобы не разметало по всему тротуару. Вот такая она на весь дом разрослась, эта глициния. Ой, на шляпу падает. Ну вот мы сейчас и начнем. Там детвора шумит. Вот с чего мы начали, тут и начнем, продолжим.
такое олицетворение карета. Это памятник Екатерине Великой. Она сюда приехала, помните, такое было большое южное путешествие из Москвы в Крым. Она сюда приехала, наверное, на вот такой карете. И до Потемкина. Давай рассказывай, что ты тут такого сделал хорошего или нехорошего. Ну, конечно же, увидела, ахнула. Были иностранные люди, такие специальные дипломаты, которые тоже признали, что да, таки в России появился хороший флот. О, а мы и не заметили. Рядом еще одна маленькая елочка. А я только-только делаю. Это ж мы сейчас находимся на улице имени Ленина, а раньше она называлась Екатерининская, в честь Екатерины Великой. И на столбах здесь такие пушки, они объемные и типа салют. Это там, где дождик списал с деревьев, это возле дома правительства Севастопольского. Симпатично. А вот как оно было днем, да? Смотрите. Ну прям кусочек. Ну да, это центр города, понятное дело. Любой город в центре города украшен. Но все равно. У нас другой такого нет. Так что. Посмотрим, порадуемся за севастопольцев. Гля, и на той стороне тоже деревья украшены гирляндами. Сейчас пойдем к елочке. Сейчас дойдем. Памятник Нахимову. И сзади елка. Та-дам! Красивая. Прям ничего себе. Так, сейчас будем сравнивать, какая она была сегодня днем. Вот, смотрите. Вот такая она была днем. О, она и не просто так, она еще и переливается. Молодцы, ребята. И наверху звезда красная горит. Вот такой вариант. Просто беленькая. Красиво. Все, прям радуга. Ну-ка, теперь давайте ночью посмотрим. Елочки маленькие, они все в гирляндах. Прикольно получилось. И Мишка тоже с яркой гармошкой. Такой маленький сказочный лес.
Народу немного, поэтому нормально снимать, никто не мешает. Возле Графской пристани дата следующего года. А там прям не кафешки, а елочки натуральные. О, как. Все ради того, чтобы клиент зашел и почувствовал себя в сказке новогодней. Еще раз проходим мимо и идем дальше туда. Это еще не все. Там дальше тоже красиво. Пойдемте в Приморский бульвар, называется. Вот, смотрите, тоже красиво. Не знаю, что символизирует, но красиво. Вот такая скрипочка. Прям вокруг обошел. Сюда ставим. Не так, где я стояла. Саксофон. Мостик влюбленных. Или драконий мостик. Памятник затопленным кораблям. Гляньте, что внизу. Это уточки.
Народ собирается потихонечку, фотографируется. А тут деревья пораспускались, позажигались. Деревья с этой стороны. Блин, что-то я совсем потух. Устали сильно. Не хватает этого. Ух ты, ух ты. Ну уж извините. Стараюсь, как есть. Еще одна елочка. Далее таких персонажей, типа театральная тема. Вот, пойдемте пройдемся. Тут были тюльпаны, когда-то были розы. Сейчас пока ничего на зиму, все поубирали. И что хочу отметить, чисто, прямо аж обидно. Вот чисто и все. Вот. Ну не то, что кое-где. Приятно гулять здесь по центру города. Дамочка. Ну, не с собачкой, но зато с зонтиком. И мужчина в цилиндре и с тростью. Стоят друг напротив друга, наверное, договариваются о встрече где-нибудь, в каком-нибудь уютном кафе. О, сколько тут людей, слушайте, это театр имени Луначарского. Я вам скажу, билеты туда не такие уж и дорогие. Мы сейчас заходили, спрашивали на Анну Каренину от 400 до 1300 рублей билетик. Ни разу не был. Театре. Ну, в детстве там когда-то возили на какой-то кукольный, на какой-то детский. А так, чтобы на взрослый, ни разу. Вот кто был, напишите в комментариях, это интересно. Дочка моя ходила в Москве, говорит, да, интересно, советую. Ну, извините, у вас там в Москве ценник. Может быть, когда-нибудь здесь схожу или в Ялте. Ну, вот такая красота в Севастополе, в центре города. И архитектура Севастополя в центре здесь, на городском холме. Прям один дом красивее другого. Днем надо это все снимать. Я уже снимал, у меня есть целый плейлист на канале, называется «Севастополь». Советую посмотреть, там тут исходил вдоль и поперек. Это центр города. И сюда еще зайдем. Это часы. Но они сейчас не работают. Там установлен такой себе фонтан. Подойдем поближе, посмотрим. Красиво, конечно. Давайте подойдем поближе. Даже не понял, что это такое. Как бы фонтан.
общем, такая вот иллюминация Севастополя в этом году к Новому году. Понравилось? Спасибо, я старался. Все, поддерживайте наш канал, наши старания, нашу работу. У меня на этом все. Бегу на вокзал, опаздываю обратно в Ялту. Большое спасибо за внимание. До свидания.